Наш дорогой зритель, мы рады приветствовать вас на канале Alex Home Invest. Мы вам рассказываем о недвижимости в Испании. С вами снова я, Эльвина. И сегодня мы вам хотим показать не просто виллу в районе Кальпе, да, а целое произведение искусства. Поэтому сразу обозначу цену. Стоимость данной виллы премиум-класса у нас 2 миллиона 490 тысяч. Вилла была построена в 2014 году по самым передовым технологиям с использованием качественных современных материалов, и сомневаться в этом не стоит. Вилла отлично прошла проверку временем на качество. Несмотря на жаркое испанское солнце и морской климат, вилла остается в ее именно первозданном состоянии. Сам участок имеет 12 соток, а площадь дома составляет 560 квадратных метров. В доме у нас с вами имеется 4 спальни, 6 ванных комнат, есть одна гостиная, 3 террасы, 2 бассейна, как на улице, да, наружной, так и внутренней, и также имеется гараж на 2 машины. В данный момент мы находимся с вами на главной террасе дома. У нас с вами здесь бассейн Infinity с видом на море, на Кальпе. Ну, а сейчас давайте пройдем уже в сам дом. Посмотреть много есть чего внутри, поэтому садитесь поудобнее и приятного просмотра. Сейчас мы с вами находимся в гостиной американского типа, совмещенной с кухней. Здесь у нас с вами обеденная зона на 6 человек, а тут зона отдыха с видом на море. Сразу опережу, скажу, что у нас все спальни также имеют вид на море. На полах виллы постелен натуральный мрамор, и в пол монтирована система подогрева полов по всей площади. Также по всему дому выведена система центрального аэрокондиционирования. Ну а сейчас давайте пройдем на кухню и покажу вам ее. Вся кухня у нас полностью укомплектована качественной бытовой техникой, да, от фирмы Bosch. Также из кухни у нас есть свой выход на барбакоа. И дополнительный плюс, что есть свое подсобное помещение, где можно, например, хранить какие-то продукты. Мы сейчас с вами заходим в нашу первую спальню. Она имеет свою ванную, свою гардеробную и, собственно говоря, вот сама спальня. Спальня выполнена в очень светлых тонах, очень уютная, просторная и имеет свой выход на главную террасу. Есть лестница на второй и третий этажи, где находятся основные спальни, и также есть лестница, которая идет вниз со вторым зимним бассейном. Но его мы посмотрим чуть позже, а сейчас давайте посмотрим основные спальни. На этом этаже у нас с вами две спальни,
главный вход и есть терраса. Давайте начнем с первой спальни. Каждая спальная комната у нас имеет свою ванную и свою гардеробную. Вот это, например, можно использовать как детскую, либо как гостевую, да, комнату. Имеется свой выход на террасу, откуда открывается прекраснейший просто вид на море, на Кальпы. Замечательный. Направляемся во вторую комнату на этом этаже. Она также имеет свою гардеробную, свой санузел. Все, хочу отметить, ванные комнаты оснащены именно современной, качественной сантехникой. Ну и, собственно говоря, вот наша комната. Очень просторная, имеет свою двуспальную кровать. Вообще стиль такой, да, можете заметить, очень богемный. И, конечно же, имеется вид на море. Сейчас предлагаю вам подняться на третий этаж и посмотреть нашу четвертую спальню. Здесь у нас с вами главная спальня. Ее огромное преимущество в том, что она располагается на всем этаже. То есть здесь у нас зона с вами ванная и гардеробная, а здесь зона отдыха. Как видите, есть большая двуспальная кровать. Вся мебель у нас первоклассного качества. Есть свои полочки, все необходимое, все есть. И еще что мне нравится, что есть своя огромная терраса. Давайте на нее выйдем и насладимся этими прекраснейшими видами. Thank you.
вами спускаемся к нашему зимнему бассейну. Вот на пути в гостиную у нас, да, открылась еще одна ванная. Есть также дополнительная кладовка. Ну, давайте пойдем уже к бассейну. Здесь у нас располагается с вами техническое помещение, где у нас с вами есть котельня. Ну а здесь, собственно говоря, как и обещала, сам зимний бассейн. Пространства много, можно также для любителя, например, финской либо русской бани, да, сделать какую-то, поставить саунку и прямо из сауны в бассейн прыгать, тоже очень удобно. Ну и также на этом этаже у нас располагается с вами ванная комната, душевая, и также есть большое помещение, где можно, например, сделать тренажерный зал по желанию. Сюда вы можете попасть, как мы, собственно говоря, сейчас и сделали, из нашего дома, да, спускаясь вниз, либо зайти прямо с улицы, есть свой вход. А сейчас хочу рассказать про технические особенности. Наш дом оснащен солнечными батареями и также газовым оборудованием. Также на территории дома имеется гаражное закрытое место на две машины. Наша вилла находится в урбанизации Санхайма, это урбанизация премиум-класса, в основном здесь проживают иностранцы из Северной Европы, также обеспечены испанцы. Сама урбанизация находится в поселении Марайре. Марайре находится, например, от Кальпа в 10 минутах на машине. Сама урбанизация и наше поселение имеет всю необходимую инфраструктуру. Есть школы, садики, также есть супермаркеты, банки, аптеки. Также в пешей доступности вот от нашей виллы есть бары, рестораны. Также недалеко, в 1 километре от дома, у нас есть с вами каменный пляж. А если вас интересует именно песчаный пляж, то он находится в 3 километрах, то есть в 5 минутах на машине от нашего дома. Нам очень интересно ваше мнение, поэтому пишите в комментариях, что вы думаете об этом доме, понравился ли вам он. И, конечно же, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал, нажимайте на колокольчик, чтобы быть всегда в курсе всех наших новых видео. И увидимся с вами уже при просмотре следующего дома.